Для приготовления нашего салата нам потребуется отварная свекла, оливковое или постное масло растительное, грецкий орех или миндаль, яблоко, соль, перец по вкусу. Очищаем свеклу. Режем кусочками яблоко. Подготовленные очищенные свеклу и яблоко натираем на крупной терке. Орехи режем ножом. Подготовленные орехи добавляем в салат. Заправляем салат оливковым или растительным маслом. Перчим по вкусу. Солим по вкусу. Все тщательно перемешиваем. Подаем как гарнир котлетам. У меня это постное из овсянки котлеты. Или как отдельное блюдо. Всем приятного аппетита!